Вы заметили, как изменился Геншин? Да, игра менялась на протяжении всего своего существования, и есть много фанатов Манштата, Лиюэ, которым тяжело дается другие регионы. Я, кстати, вхожу в их число. Манштат — это самая приятная локация, с которой и началось знакомство с Геншин Impact. Но с выходом Натлана игра несколько изменила своей стилистике и средневековому сеттингу. Девочка на роликах, любитель Майнкрафта, рейверы, танцующие, брейкданс. Ну и у всего есть свои причины. И в этом ролике я упоминал, что хойверсы часто вдохновляются своими же играми, добавляя удачные решения из одной в другую. Удобно иметь много различных игр и возможностей экспериментировать. Люди, следящие за проектами наших китайских товарищей, наверняка слышали о Zenless Zone Zero. А если нет, но вы хотите игру с более современным сеттингом, большой динамикой и кнопкой пропуска диалогов, то сейчас самое время попробовать ZZZ. Там выходит новое обновление, которое точно развеет вашу печаль от окончания лета. Так что сегодня говорим о самой динамичной и уникальной игре из арсенала хойверсов. И посмотрим, что подготовил нам разработчик в новом патче. Опа! Так, давайте пару слов о самой ZZZ, прежде чем переходить к изменениям. Ну, для тех, кто еще не успел попробовать ZZZ, но уже имеет приличный стаж в Геншине, эта игра и вправду может стать глотком свежего воздуха. Другой гачи игры. Ха. Конечно, как и любой другой дорогой и качественный проект, ZZZ хочет быть массовым, но вместо нейтральной и широкой стилистики, в которой каждый найдет себе что-то интересное, эта игра цепляет драйвом, динамичной музыкой и боевкой. Тут нет открытого мира, зато больше фокуса на боевке и на механике. Не пугайтесь этого. Да, это слэшер с уклонением и парированием, но дружелюбный для новичков и при этом способный подарить челлендж опытным любителям жанра, усложняющийся с вашей прогрессией. Но когда я говорю о боевке, я имею в виду не только сам процесс нажимания кнопок, но и захватывающие анимации каждой атаки, но также и способности. Кстати, о сюжете. Для кого-то это наболевшая тема, но тут он подается интерактивнее, постоянно меняя способ с обычных диалогов на комиксы и на катсцены. Но вернемся к миру. Несмотря на свою камерность, локации детально проработаны. Всегда можно найти что-то интересное и за что зацепится взгляд. Кстати, кошечек можно гладить. И даже завести одну у себя в хаб-локации. Проект пусть еще в самом своем начале, но выглядит цельно и наполненно. Плюс не создается ощущение чего-то пресного и безыдейного. Так что у ZZZ есть свои зубы, но тут есть еще и уши, хвост, большие глаза. Но это смотря что вам больше всего нравится. Уверен, что все для себя что-то найдут. Это был небольшой комментарий по персонажам. Это все-таки гача, и в этом плане она хороша. Но мы тут с вами собрались новое обновление смотреть, так что давай, поехали. А, кстати, я вам очень советую самим зайти и глянуть трейлер версии. А, во-первых, из-за музыки, а во-вторых, он действительно выглядит дорого и захватывающе. Я думаю, многие из вас соскучились по таким красивым и качественным анонсам, так что уверен, вы получите удовольствие. Начнем, пожалуй, с самого крупного. Новая хроники Phaethon Inferno Cross. Ключевая сюжетка на новую версию. Фракция Сыны Каледона и их локация. Объездная New Eridu. Еще одна пустыня, но совсем другая. Альпак, динозавров и странных костей не будет. Зато будут разборки конкурирующих банд за ресурсы, нефть, новые противники с добавлением фури, а также возможность погонять на мотике. Ну и, конечно, прекрасные дамы. То, за что мы и любим китайский геймдев. Мне нравится подход разработчиков к персонажам ZZZ. Ну, во-первых, потому что в фан-сервисе нет ничего плохого. Тебе должен нравиться персонаж. И в достижении этой цели можно использовать все методы. Но тут дело даже не в одном дизайне самого героя, а в том, как он органично выглядит со своими анимациями, как к нему подходит актер озвучки. А во-вторых, как я уже говорил, нет ощущения чего-то пресного. Это не просто милые девочки, которые теоретически зайдут всем. Тут буквально есть медведь.
И да, это понравилось не всем, но в этом и прелесть, потому что кому-то это понравилось достаточно сильно. Но давайте уже поближе познакомимся с новыми девочками. Для начала Цезарь. Это физический танк S-тира с приличным уроном и наложением дебафов на врагов. И еще она накладывает чит с сопротивлением прерыванием на союзников. По сути, это похоже на щит Джунли на персонажей. Не только плотный щит, но их еще нельзя избить с ног и оглушить. То, что нужно для Антона. Кстати, он с ней же в баннере, а также для всех мобильных игроков. На их платформе не так удобно и легко выполнять парирование у вороты, а новый герой точно повысит комфорт и снизит цену ошибки. Также, конечно же, будет добавлен сигнатурный амплификатор, который идеально подойдет для самой Цезарь. Во второй половине нас тоже будет ожидать новая девочка Бернис. Это у нас персонаж типа аномалии с пироуроном. Она может поджигать врагов, накладывать на них периодический урон, так еще она может дамажить, при этом не находясь на поле боя. А также ее способности позволяют легко реализовывать механики хаоса и выдавать кучу урона. Ну и вместе с девочками выходит новый бамбу, красный мокус. Все как нужно, байкер и очень взрывоопасен. Чтобы девочек было во что одеть, для них выходят новые сеты дисков на аномалистов и на саппортов, соответственно. Ну и кроме игровых моментов с их прекрасными дамами, выйдут и их сюжетные квесты. История агента Улыбка Фортуны. Кстати, в этом месте я бы хотел сказать, что мне нравится, как Хойверсы экспериментируют с визуалом в игре. Большинство, что картинок анонсов, что микроивентов, что игр в автоматах, стрим-разрабов, в конце концов, нарисованы далеко не в просто анимешном стиле самой игры. Мы привыкли к такому единообразию в Геншине, где весь официальный контент игры ее полностью повторяет. И даже если мы видим каких-то чибиков, то это опять тот же самый стиль. Да и такие картинки есть внутри самой игры, в смайликах чата. В ZZZ совсем другая история. Они зовут иллюстраторов с разным стилем на создание анонсов. Стрим-разрабов рисовали с более угловатыми персонажами, напоминающие стилистику западных мультов нулевых десятых годов. И даже эта иллюстрация на анонс сюжета героинь выполнена не в типичном аниме-жанре. Да, фан-сервис. Но он не выглядит как-то пошло и пусто. Наоборот, даже очень стильно. Так что анонсы интересны не только своим содержанием, но и просто цепляют внешним видом. Ну а что у нас по событиям? Их действительно внушительное количество. Главный ивент версии пир вожака, в котором мы сможем бесплатно забрать персонажа Люси, которым мы будем управлять ресторанчиком и готовить вместе с Бернис, рассекая по эфиру. Также большой ивент с кучей мини-игр и приятными наградами. Пара небольших ивентов. Это твой Риду и 141 собирает друзей. Первым мы собираем пазлы, а во втором обмениваем ресурсы на награды. Ну и пара событий для любителей непростого контента. Новая оборона Шиюй и охота на тень. Серия сложных боевых заданий. В увядающем саду появится новый режим Блиц. И это отличный знак. Реиграбельный контент будет развиваться. Исследований, то есть телевизоров, в нем больше не будет. Но при этом это полноценный забег в нулевую каверну. Можно закрывать еженедельные задания, так еще и с новыми модификаторами сложности. И да, про награды тоже не забыли. В игровом зале Godfinger новая игра. И не абы что, а целый рогалик на выживание. Бродячая бригада. Хоть, увы, и синглплеерный. Волны бобов, предметы, магазины, ну и, конечно, награды за прохождение. В центре АИК появятся подготовительные курсы. Можно будет и поиграть за новых персонажей, отправить их на прокачку, так еще и получить ресурсы для более быстрой прокачки. Еще и полихромов сверху накинут. Также выйдут два события с удвоениями наград за испытания в зале боевой симуляции и за испытания регулярной зачистки. Прокачивайтесь на здоровье. Ну и наше любимое – халява. Бесплатно и без усилий. Два события с отметками в игре. За участие дают крутки, в обоих по 10. Один на баннер с персонажами, а второй на банбу. Под конец упомяну ряд системных обновлений. Они могут показаться не очень значительными, но их появление означает, что разработчики прислушиваются к игрокам и готовы пойти навстречу, улучшая игровой процесс. Так что давайте по порядку. Удобная система накопления энергии из Тарейла, доехала и до ЗЗЗ. Теперь, когда ваша энергия достигает максимума в 240 единиц, она будет копиться дальше.
дальше, до 2300, и вы можете спокойно использовать ее в любой момент. Да, накопление сверх 240 будет происходить медленнее, но игра не накажет вас за отсутствие в пару дней, а если вы вернетесь после долгого перерыва, у вас будет внушительный запас для закрытия всех пробелов. Еще одно обновление для оптимизации. Теперь, если вы в каком-то испытании пропустили какую-то награду и вам лень ее искать, вы можете поставить на фарм фею, и она за вас все соберет. Разработчики продолжают оптимизировать систему исследований с телевизорами, и после обновления 1.1 в некоторых местах телевизоры все еще отнимают очень много времени. Где-то добавили крупную кнопку пропустить, уменьшили длительность некоторых крупных планов, диалогов и прочего, чтобы игрокам приходилось тратить меньше времени на интерфейс. Игра развивается, персонажей Бамбу все больше, с каждым обновлением потребность в шаблонах для отрядов уже серьезно чувствовалась. Теперь она есть, вы сможете заранее подготовить большое количество отрядов, насколько нам показали, аж до 10 штук, и выбрать их под нужную ситуацию. Добавили часики для изменения времени суток, так что теперь нет необходимости идти и спать, чтобы перевести время с обеда на вечер. Ну и с противоречивого, теперь можно будет ходить по миру не только за ГГ. Пока там только два доступных героя, Цезарь и Бернис, но к версии 1.4 разработчики обещали добавить уже всех. Игра очень быстро развивается. Разработчики готовы экспериментировать и идти на компромиссы с игроками. В 1.2 нас ожидает куча контента. И если вы хотите присоединиться к изучению новой вселенной, то игру скачать можно по ссылочке в описании. Ну и само собой, не забывайте про промокод. А также пишите, что вас больше всего заинтересовало в новой версии, кого из прекрасных дам вы хотите выбить, а может быть даже сразу обеих. Так что приятного вам изучения Zenless Zone Zero. И большое спасибо за просмотр. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.